Согласно нашего положения и закону Украины про регулированную местобудебную деятельность, главной задачей управления является регистрация разрешительных документов и проведение плановых и внеплановых проверок. Что касается света, это полномочия ОБЛНР. На сегодняшний день нами установлено, что собственник двух квартир объединил эти квартиры в одно нежилое помещение и оформил декларацию о готовности объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день нами проводится проверка достоверности данных, внесенных в эту декларацию. Если такие данные будут установлены, что действительно есть недостоверные данные, эта декларация будет отменена, заказчик будет притянут до административной ответственности. Кроме того, будет дан предписание щодо усунення зазначених порушень. Что касается света, мы, конечно, обратимся в Обленерго и попросим, ну, с этой проблемой, но это уже их компетенция, и они будут уже определяться с воздействием на застройщика.